подождем. А он мне говорит, хочешь быть бякой? А я ему, да, милок, я хочу быть бякой. Конечно, говорю, у меня в пюре комков не бывает. А он мне и говорит, ты должен прогреметь вовсю. А я говорю, да, хорошо, ты только подскажи, что мне сделать. А он говорит, у тебя есть бомбы, взорви клуб Комета, там полно супергероев. А я говорю, да, милок, потому что я полуночный подрывник, который всех бомбит по ночам. Что это ты тут делаешь? Мне просто не хотелось. А он говорит, по моим меркам, зло это неплохо. А я говорю, да, милок, да. Я просто хотел помыть тут руки.